Welcome back, Mr. J family. It is me, Mr. J, with the Mr. J Show. And today, my friends, we are checking out some more Diana Inkudinova because you love her, and we love her. We all love her. She's great. This is The Show Must Go On, Round 2, Mom, I'm Dancing. But anyways, this came from the comments, so thank you so much for the link. But anyways, if you like what you see, leave a like, leave a sub, leave a comment, because without you, I would not have a show. If you want to help support the show, check out the link in the description to the Mr. J Show Patreon. But anyways, my friends, my Mr. J family, like always, let's get it. Hiya. Alright, that's loud. Музыка в углу, где плакала. Я с тобой везде неизменно. Пусть будут танцы здесь, не пускаем грусть. Пусть плюется пляс и формат слетит. Музыка людей, Господь говорит. Праздник жизни нам и улыбок строй. Ты готов со мной эту песню пой. I love how she, like I always says, she always has so much energy in her songs, and like she has like all the judges up and dancing and singing. It's really cool. Я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца честный очень. И эту песню я пишу ночью. Свобода слова, свобода мысли. Чем проще мы здесь, тем больше искры. Взлет не быстро, но какой точный. Стой, ста, выбиваем прочно. Пусть плюется пляс и формат слетит. Музыка людей, вот мой габарит. Праздник жизни нам и улыбок строй. Ты готов со мной эту песню пой. Wow. That was amazing. Before we listen to the judges, this is like a 9-minute video, so it must have what the judges say. But before the judges say, I'll just kind of say it was really, 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 this is probably one of my favorite performances by her so far. I really like the energy of the song. The energy of the song just really is what brings it to life, because you see everybody like just
I mean, everybody in the crowd clapping, you see everybody, you know, you see all the judges singing along and dancing, and just, it's just because she exudes this wonderful energy. Like I've said before, that she projects this energy and everybody can feel it, and you can always tell by the way the crowd and even the judges are reacting to her song. She's just got this magnetic personality that you can't help but smile, you know, when she's around. But anyway, let's hear what the judges say. Диана Анкудинова. Брависсимо. Спасибо. Живой звук. Абсолютно. Ну что, Юрий Николаевич, близко ли вам происходящее на сцене в такие моменты, скажите? Да, почему же нет? Слушай, ну я обалдел вообще, я не готов был к тому, что вот сидит рядом девушка, сидит вот, и вот так вот говорит, вот таким голосом. Мне очень понравилось, да, замечательно. Мама, я там, ничего себе. Ну это было не так низко, ну что вы. Знаете, это было настолько неожиданно красиво, неожиданно глубоко. Я совершенно был не готов, хотя драматические артисты очень хорошего театра, очень известные, они показывали мне ваши номера, пораженные вашим голосом. Вот тогда я первый раз вас услышал, но когда живьем, это ощущение намного сильнее. У меня практически нет слов, потому что очень сильное ощущение вот от первого знакомства с таким талантом большим. Спасибо большое. Спасибо. Пройдемся, продолжим идти по первому ряду. Пройдемся. Пройдемся. Карина. Обожаю тебя. Дианочка, ну ты, конечно, царица. Тебе единственное, чего не хватало, это двух гиен на поводках. Так вот же они стоят. Смотри, а этот не стал приседать, знаешь, что он стоя гиена уже. Oh, dang it. BlackBerry's managed detection and response combines expert. Yeah, see, everyone's laughing their butts off. Не о вас шла речь, просто ее образ вот такой царственный, величественный, повелевающий своим вокалом и энергией. Что эта песня, ну, она достаточно простая для тебя, как мне кажется, для твоего диапазона и для масштаба твоего таланта. Но ты даже ее смогла украсить какими-то вот чуть-чуть фолка было, да, чуть-чуть мистики, то, что ты любишь. Ты себя целиком проявила. Молодец. Спасибо большое. Ну, Толь, давай. Дианочка, я, признаюсь честно, являюсь фанатом твоего голоса, потому что, ну, он какой-то просто неземной, вот реально неземной, какой-то марсианский, там, я не знаю. Он, такая глубина в нем, Стас, почему ты встал? А я просто хочу посмотреть, как ты врач сейчас будешь. Не, а я не вру, я... Просто, чтобы вы понимали, этот простоял вот так, как, знаешь, человек на банкете уже да. Третий час. И что я сказал? Я сказал, что песня мне не нравится. Не могу врать самому себе. Тебе я могу врать, а себе не могу. Но не нравится песня. Но песня, которая тебе не нравится, зазвучала так, что она тебе, ну, понравилась. Но она спела лучше, чем оригинал. Вот. А это уже победа. Я одна. Представляете, как Цой вот одним... He said he doesn't usually like the song, but her version's better than the original. Движение просто сейчас обидел двух девочек, теперь бы они... Это не так. Не будут с тобой здороваться за кулисами. Простите, но на вкус и цвет. Она вернется, тоже многим не нравится. Я вообще этой песни не знаю. Стас, а тебе нравится песня? Воскресенье. День рождения. Вот это нравится? Ты похож на маленького клявера, я тебе уже сказал об этом. Сыночек, про клявера аккуратненько, ладно? Это последняя передача, где я с тобой снимаюсь. Но ты понимаешь, что это означает, что это в принципе твоя последняя. На телевидении. Хорошая финалочка. Не просто со мной. А в принципе. Давайте к Диане вернемся все-таки. От Стаса к Диане. Дианочка, да. Напомни, пожалуйста, что ты мне поставила. Мама, я танцую. Что ты мне поставила в прошлом? В прошлый раз я тебе поставила двоечку. Отлично. Так вот. Как самый объективный член жюри. Я хочу тоже поговорить. Я ждала этого. Я, честно говоря, для меня, все, что ты делала сегодня,
оказалось пустовато. Мне не хватило наполненности, мне реально не хватило драйва, вообще драйва не хватило. Никого не слушай, потому что вот эти все, ты понимаешь, они все так и будут тебя все время хвалить. Им просто в кайф. А я скажу тебе правду. Раз уж всколыхнулось дно, давайте уже, я не знаю. Марк, говори. Когда после выступления твоего ребята говорят, Тимур и Тимур говорят живой звук, это очень важная история, потому что ощущение, что это звучит фонограмма. Действительно, это важно понимать, что ты живьем, это было круто, у тебя невероятный голос. Но я, знаешь, хочу тебе сказать одну вещь. Понимаешь, песня стала суперхитом. У нее больше 200 миллионов просмотров. Вау. И эта песня может быть простая, но в этой песне есть философия двух девчонок, двух Маш, которые разорвали всех. И интернет, и радио. Они сами написали эту песню, и под нее танцевала реально вся страна, не только страна. И хочется смыслов, идеологии. Вот этой. Мама, мы всех порвали. Все танцуют под нашу басую. Браво! Как сказала Алиса. Мне вот кажется, что все-таки исполнители делятся на две категории. Есть, которым нужен хит, а есть те, которые сами по себе хит. Вот у них просто неповторимый тембр или неповторимая манера. Что-то такое неповторимое, что ну вот просто вот отличает от всех и все. Вот хоть он что споет. Yeah. Вот Диана, несмотря на свой такой еще юношеский, можно сказать, возраст, она вот как раз из тех исполнителей, которым даже хит не нужен. Она сама по себе хит. Ну, это мое мнение, да. Диана Анкудинова! Вау! Yeah, they're right. And the first guy, even though she said that he was over exaggerating, I agree with him, the older gentleman, the first judge, because he was talking about how like he wasn't expecting it to be so low when that she was singing and yeah, it's that low part of the contralto that just blows people's minds when it comes to Deanna, and it's always mind blowing to me. And I just love the energy that she, you know, she just puts out in the world. But anyways, let me know what you think in the comments. If you like what you see, leave a like, leave a sub, leave a comment, because without you, I would not have a show. If you want to help support the show, check out the link in the description to the Mr. J Show Patreon. But anyways, my friends, my Mr. J family, like always. This has been Mr. J with the Mr. J Show. Have a great day. Okay, bye.